Одно из главных достояний республики – объект паломничества туристов. Атмосфера, где каждый может вспомнить детство и вернуться в прошлое. Красная Москва. Здесь можно найти эксклюзивные вещи знаменитостей. Группа «Чайф», «Океан Эльзи», «Вопли Видоплясова». О том, кто создавал историю и почему он считает себя дворовым парнем. Пятый или шестой класс. В гостях у Рустема Валиахметова в Музее социалистического быта. В пятницу в 20:30, повтор в субботу и понедельник.